Привет! Привет! Кто сегодня с нами? Меня зовут Валерия. Валерия, какие парни тебя привлекают? Меня привлекают целеустремленные, харизматичные, с чувством юмора. Накачанные или харизматичные? Что такое, спортивные или харизматичные? Не прям спортивные, скорее всего, харизматичные. То есть ум решает, тело не решает? Ну да, я не люблю сильно спортивных. А правда, что мужик должен быть чуть-чуть красивее обезьяны? Блин, спорный вопрос. Ну, кого выберешь? Харизматичный Харламов такой, обвисший немножко, или подкачанный футболист, но футболист. Он не харизматичный, он шутить не умеет. Но он такой прям, подкачанный, весь спортивненький. Блин, наверное, Харламова. Харламова все-таки? Да. Ну, а как с ним спать? Любовь приходит и уходит со временем. А если он харизматичный, но из-за пузика письку не видно? Это проблема? Наверное, да. Бросила бы такого? Нет, но если бы я с ним долго была вместе и прям прикипела к нему именно душевно, то нет. Привыкла? Да. Да. Как девушке, она познакомилась, она красивая, а потом пузо себе отъела, титьки обвисли, и все, уже твоя. То же самое, да. И потом, нормально. Все, куда ты побежишь каждый раз? Так? Важен ли рост парня? Мне, да. Мне кажется, многим девушкам вообще сейчас выше это тебя прям... должен быть. Ну, да. И либо на уровне. Ну, ты на каблучках смотри. Ну, я 1.70 м. Да, а если он такой, вот так вот, по уши тебя? Без каблуков? Блин, не знаю. Нет, мне будет некомфортно. Окей. Какому парню ты бы никогда не дала? Тупому. Прям вообще. Даже если он будет прям какой-то секси-бой с внешности, тупому я бы не дала. А на разочек? Он накачанный, спортивный такой. Только из-за такой. Внешности? Типа из-за тела? Такой, да. Прям, нет. Кайфануть? Не-не-не. А был у тебя секс на один раз? Нет. Не было знакомства? Человек-праздник. Прям за один раз? Типа с первой встречи? Да, на первой встрече было. Нет. А вообще секс, ты увидела парня, он такой тупой, накачанный, и ты такая, пересплю, попробую что-нибудь. Чисто не для отношений, просто секс ради секса. Даже не для отношений, мне все равно надо узнать с человеком, погулять, чтобы мы были на одной волне, хотя бы что-то нас вместе соединяло, так нет. А если вы погуляли, узнали друг друга, а у него там мохнатости по ху, ты узнаешь, что он на лазерную эпиляцию не ходит, к бритвам он плохо относится, но в принципе он харизматичный, это критично. Блин, такой вопрос. Не знаю, мне таких не попадалось. Тяжело сказать. В Москве сейчас мужики все там чистенькие. Наверное, просто мне такие попадаются, которые ухаживают за собой. Все-таки это да. Смотри, уже дело идет к постели, а у него там заросли. Ты бы слилась или продолжила? Блин, а как? Ты представляешь, я лежу в постели, и что мне ему сказать? Блядь, извини, одевай трусы, иди отсюда. Иди брейся. А как я так скажу? А ты бреешь свою мохнатку? Да. Именно бреешь? Нет, Лазерная эпиляция. Да, на лазер ходишь. А мужикам советуешь на лазер ходить? Не советую. Но это дело каждого, начнем с этого. Вот. Но вообще я считаю, что это все-таки какая-то гигиена, и мужику самому приятно. Хорошо, а чем он тебя кринжевал? Что-то сделал, ты такая, нахуй. Блин. Что ты делаешь, дружок, уйди. Такое? Прям кринж. Нет, в мою сторону такого не было. Не было. Был просто кринж. Вот реальная ситуация. Я не знала, что делать. Как раз наподобие то, что мужчина начинает раздеваться. И у него маленький. Там все, там пипец. И чем закончилось? Ничем. Секс с жалости? Нет, я просто сказала. А, ты убежала? Слушай, я не хочу, да. Я просто честно, да. И на утро я уехала на такси домой. Я просто проспала ночь, да. А как-то была это как утешительная кунька? Нет, я просто я сказала, даже не подходи ко мне. И он такой, что случилось? Я не понял, что ты так? Пацаны. Я такой, так, больше мы не общались. Бывает. Короче, стрим-канал в описании. Обязательно подписывайтесь. Видосы снимаю чисто по кайфу. И можно поддержать видосы, получив девушек. Что пожелаешь подписчикам? Ой, ребята, в наши сложные времена пожелаю всем удачи, денег. Мужикам? Да, Удачи, денег? Да, и девушек хороших. Я думал, ты сейчас харизмы пожелаешь побольше. Не, это тоже, конечно. Самое главное, да. Ребята, это кто лайки ставил? Вот так, 360.
Короче, встретимся на прямых трансляциях. Жду вас.